Окей, надо, может, другую тачку взять. Хотя, с другой стороны, я не хочу воровать постоянно чужие тачки. Потому что стоит купить эту и очень бережно к ней относиться. Блин. Научиться ездить с другой стороны. Нет, это дерьмо не по мне. Нет, я сказал, это дерьмо не по мне. Так, это больше. Ту-ту-ту. Ту-ту. Это мне Бетховена вначале напомнил. Вот аллилуйя. 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 Ох, чё. Аллилуйя. 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 О, чёрт, я вас бью. О, боже, нет. А вот говно. Ту-ду. Так, ивент я... Это один и тот же ивент? Каждый раз? Или это какой-то другой? Хм. Чем я разбираться буду, как коп? Чё тут произошло? Чё за дерьмо? Ой, блин. Чё ты тут делаешь? Я думал, у тебя куча всяких секретных заданий. Извини, что я так себя вел. Просто это часть моей работы. Типа, посмотрю, что я смогу на этого пацана накопить. Серьезно, вот так вот? Я могу помочь всем, чем могу. Извини, я просто немного шокирована. Я не ожидал... Давай, я просто помогу тебе. Мне нужна вообще помощь, если ты ее предложишь. Хорошо. А потом мы переспим. Напишите Мингу. Написать Мингу? Напишу Мингу. Минг! Винстон wants me to check you everything. Так. Я послал ему сообщение. Давай встретимся в магазине лапши. Пойдем. Вот тут какая-то прямо тоска. Так, тут целая последовательность. Как мне отсюда выйти? Я где тут дверь? Боже, а где тут дверь? Это дверь? Окей, а та дверь открываема? Блин, я хотел два раза нажать. Я думал, что он будет бежать быстрее, но нифига. Нет, и эта дверь не открываем. А, я понял, тут на карте видно, что открывается, что нет. Так, ладно, тогда бежим отсюда. Пуф. Прыжок веры. Так, эту тачку. Че, он сыт? Парень, я тебе не мешаю? Парень? Нет, ничего тебя не отвлекает. Смотрите, как он наслаждается собой, ну. А-а-а. Мой маленький дружок. Ух ты, как хорошо-то. Терпется уйти. О, боже. Боже. Ох, ой. Ой, засунул моего мыша. Эй, 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 эй. О, дай 5. А как хочешь, не надо. Может, дашь 5. Нет? Не хочешь? Че, не хочешь? А, ты хочешь, чтобы я руки помыл, но я лучше в носу поковыряюсь ими. О, боже, еще и в ухе. О, боже, как хорошо. Я тебе не мешаю. О, боже. Так. Знаешь что? Мне надоел твоя тупая хрень. Что-то я там мог сделать на вай. Я не понял, что. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Там парковка. Вот, о, что это? О, еще один. Сундучок с деньгами, это здорово. Надеюсь, он с деньгами. Да, он с деньгами. 5000 баксов. О да, о да. Так, поехали выполнять копус. Ладно, наверное, не буду выполнять копские миссии. Поеду на триадскую миссию. Хотя мы еще на триад не работаем. Мы работаем на кого-то там, не помню. Так, опять. Вэй, ты в порядке? Ты вообще выглядишь как дерьмо в этой одежде. Знаешь, я немного расстроен просто с всем этим делом. Короче, мы просто делаем то, что мы должны, и все будет норма. Ты не должен... Ты должен просто взять то, что ты хочешь. Мы должны немного проявить инициативу. И мы покажем, что мы крутые пацаны, иначе мы никогда не двинемся.
Да, давай, короче, сделаем это. Last thing I need right now is taking a sticky red pull up my ass. It's not like that. It's a small deal. В общем, это маленькое дело. Там всякие идиоты вообще за ним присматривают. Мы сваруем это дерьмо, и все будет отлично. И он вообще будет очень удивлен. И Винстон нас вообще там, не знаю, коронует, парень. Если нас не поймают. Если ты не облажаешься, поэтому давай осторожнее. Ну давай будем вершить вообще не знаю что. А, это я вожу машину. Тебе взял минивэн. Да, тут рядом. Короче, я его своровал. Я думаю о нем как о хорошей девушке. Что насчет тебя? Ты хочешь найти кого-нибудь? Отношения. Знаешь, они не особо как-то вяжутся с моей жизнью. Но, знаешь, у каждого есть свой шанс. Блин. О боже, я не мог затормозить тачку. Эй, следи за этим, да ты следи за этим. Натянем маски, давай натянем маски. А как мне натянуть маску? Басти, басти, бой. Я чопа-чопа-чопа-чупс. Эй, давайте, возьмите меня. Давайте подеремся. О, на. Возможно, кому-то из вас стоило взять пистолет. Перед тем, как выходить драться со мной, уроды. Потому что я еще не прокачивал разрушение. Ой, черт. Я же вам просто всем жопу накопил. Так, нет. Твоя очередь еще не пришла. Ох ты. Так, ладно, твоя очередь. Да блин, я же не закончился. Ох ты, тварь. Ты еще хочешь меня прикончить резко? Нет, у вас так не выйдет меня прикончить. А! Блин, успел перехватить. Давай, в мусорку тебя, тварь. А, да. Почисти там все изнутри. Нетушки, нетушки. Давай, валяйся. Да, давай, теперь... Пикачу! Что? Ох, ты хотел меня ударить? Ты хотел меня ударить? Ты же уверен в своем решении? Ох ты гад. Давай, добивай. А, все, наконец. Давайте, ловите его. У меня Фомка, я Гордон Фриман. Какой же ты Гордон Фриман? Я же тебе сейчас... Ох ты говнюк. О, это вообще не Гордон Фриман. Давай, давай, Гордон. Гордон, давай, давай, давай. Это все, на что способен? Так, блин, я задом не могу порой защищать свои атаки. Держи-ка. Отдохни. Он, походу, на свою Фомку навернулся. Ух ты, черт, я не ожидал, что мне нужно будет нажимать что-то. На, на, Фомкой, тварь. Как тебе это нравится? А, держи Фомкой по башке. О, у тебя есть ножичек. Как тебе моя Фомка, тварь? Ах, блин. Тух-тух-тух. Эй, эй, нет. Так, тут можно вот что-то взять. Так, держи ножик. А, блин, опять не та кнопка. Да что за дерьмо? Ох. Да. Закинул куда-то нафиг. Машинка. А, мы должны ее захватить, они уходят от нас. Да-да-да, я иду за ними. Надо, наверное, будет на них перепрыгивать. Догоните карго, в общем, минивэн с грузом, вот. Переводчик из меня, когда происходит что-то неожиданное и ужасное, вполне себе херовый, блин. Может, мы срежем как-нибудь? Нет, мы не срежем. Сколько я должен буду перепроходить из-за того, что я сейчас пытался срезать таким образом? У нас есть 30 секунд, возможно, я еще успею. А возможно нет. Это нитро такое своеобразное. Меня. Так, 9 секунд. О, боже, нет! О, боже, я вижу их. Смотрите, я их. О, я их увидел. Е-е-е, я их увидел. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду.
А тут будет песня интересная. Как мы стоим? Дун-дун-дун-дун.